Господ, друзья, приготовились! 3, 2, 1! Стоп, дорогие дамы и господа, это старт! Под номером 48, друзья, легендарный пилот Иванов Юрий, самый старший среди всех, кто присутствует здесь, на автомобиле УАЗ-2105, друзья, будет сегодня тренироваться в классе задний привод стандарт. Отмечу, что близится еще одно громкое событие в автоспорте Чувашской Республики, а именно 3-4 марта, друзья. 3-4 марта именно здесь, на площадке нашего залива. 3-4 марта готовится, конечно же, и будет здесь, на нашем заливе, проходить уникальное событие. Финал российских автомобильных гонок, друзья, финал. И мы вас всех приглашаем 3-4 марта. Уважаемые сюда. Итак, уважаемые участники, просьба выехать сейчас в класс «Привод Спорт», самый численный класс. Позицию, но я знаю, что это
Чапаев, Виктор просто так не сдастся. Просто не так не сдастся, друзья. И я уверен, он пойдет побед. Я знаю то, что у Сандыбаева Виктора была другой автомобиль белого цвета. Борьба классики. 15 и 10, друзья. Итак. Как еще раз? Лидирующую позицию, точнее, прошу прощения, лидирующую позицию сейчас Лепов Даниил держит под номером 13, за ним Васильев Андрей на второй позиции, Сандыбаев Виктор на третьей позиции, друзья. Вот это лидирующая тройка. Зуев Лев на четвертой позиции. Итак, дорогие дамы и господа, финиш, финишу приближается наш лидер. Это великолепный Даниил, друзья, Слепов. Первая позиция. Борьба. Васильев Андрей, вторая позиция. Сандыбаев Виктор, третья позиция. Все-таки, смотри, спасибо, что нам наши зрители поправляют. Дорогие, уважаемые зрители, сейчас можно смело сказать, что на трассе 4 Родина это семейство Слявина. А их Марьян Евгений является племянником.